Уф, есть еще такой вариант. Бруно Буттерати против Нио. Посмотрим, как пойдет. С вами Умбуй. Так, говорит он ему ничего такого, что можно было бы послушать, но можно уже нападать. Ари, 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 видерчи. Оп, 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 поехали. А, это не коннектится. Это я уворачиваюсь. Оп, оп, оп. Не продолжается. Нормально. Есть продолжение. О, нет, я его дропнул. Оп. Оп, оп. Эх, жестко мне мешает. Погоди. Это, конечно, все очень интересно, но... Но, блин, меня пробили. Благо, есть жесткий. Надо без стана нападать. А ну-ка. Тупо длинная рука, это... Зуму панчи. Только версия 3, наверное. Даже не 2. Судя по РНЖ. Оп, контр. Ой, теперь он контр сделал. Не прикольно. Он дропнул. Так, так, так. Ой-ой-ой-ой-ой. Тихо, тихо, тихо. Мы делаем вот так. И вот так. По... Нет, не поехали. А теперь... Ай-яй-яй, я просто так бортачу. Джоски! Джоски! Мне надо послать на него зипа. И зипа его подбросить. Давай это делать, алло. Алло. Не надо меня контрить. Пам-пам-пам-пам. Понял тебя. А вот так. А вот так. Нет, голубчик. Здесь мое. Эй, а где мой. Где мой мув? Где мой вот этот мув? Мое воздушное пространство было нарушено. Ай-яй-яй, он скачал слишком сильно, но помню, выскакивает и забирает его жизнь. Хорошо. Матч был такой средненький, но мы поедем дальше и посмотрим, что будет там. О, Рамбик-кун. Так, посмотрим, что у нас будет против Панакута Фугу Буттерати. И все, есть свой комментарий. Окей. Ари. Ари, ари, ари. Окей, окей, ножком блочит. Оу, оу, фанайру. Фанайру. Ой, я зачем-то кнопку нажал, прикиньте. Давайте такое. Кнопки. А где мое попадание? Кого? Что за скам на кнопке, я не понял. Тупо не засчитали попадание. За шо? Воздух побил, нормально, говорит, хватит тебя. Ого. Половина здоровья даже больше уже потеряна. Теперь надо пережить это. Оп. По голове прокатились. Неплохо. Ай, таскиды. Стики финга, забираем раунд. Надеюсь, хватит. У Фугу вроде не 1000 хп, а меньше. Даже несмотря на его яд. И я надеюсь, я его заберу. За ульту-то можно забрать? Алло. Фугу. Кисай, он не откис. Ну, сойдет. Я думал, сейчас будет клэш, но сойдет, да. Первый раунд есть со мной. Фугу. Фугу. Я сзади. О, да ладно. У меня Авдуль не попал. А была надежда на него. А он меня подвел.
Как это называется? А, это я впитываю. Это я впитываю. Это я... Погоди, что? Как меня пробил? Что-то так. О, нет, погоди, нечестно. Погоди, что еще раз? Оп-оп, поехали. Не совсем то, что я хотел, но ладно. Погоди, нет, 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 он сейчас... Уф, есть еще такой вариант. Че это сейчас было? Так, переходим в Rush мод. Ой, да ладно. Я его перепрыгнул, благо. Захват и заканчиваем это дело. У меня даже, кстати, бара не было. Ах, я не проигрывал прошлый раунд. Нормально, нормально. Пойдет. Бруно Бучирати отменял маленькую крысу на фугу. Go next. Ото-сан! Ото-сан! Это ты! Твоя способность тупо топ. Тупо топ, он говорит. От него отвечает такой. Ты не убежишь. Ля, луна большая на фоне. Так, это будет канон или реверсал канон? Вот в чем вопрос. Пока что идет канон. С моей стороны, да? Оп, 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 оп. Ай-яй-яй, это было зря. Оу! Ля, что творит? Тихо, нормально. Он просто мешит. Нечего бояться. Только если ему ударили. Так, мы заканчиваем это дело. Ари-ари-ари-ари. Да. Похоже, все же реверсил кануну. Он что, ревнул? Отец, не покидай меня. Нет, он без. Окей. Так, так, так. Что он делает? Что он просто бежал на меня? Мне было страшно в этот момент. Что он делает? Ари-ари-ари-ари-ари-ари. Оп. 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 Ай, я упал. Ну куда ж ты падаешь-то? Падать можно, когда я даю разрешение. Окей. Это зачем сейчас было? What? Папа не очень хорошо играет в игре. Ладно. Видимо, как ушел за хлебом, так и не вернулся. Его скилл, видимо, остался в том же магазине, в котором он покупал хлеб. Ладно, ладно. Это было забавно, а мы переходим к последнему матчу. Кто-то играет на Акере после всех этих нервов? Нагито, Нагито, о чем ты вообще думаешь? Зачем ты это делаешь? Зачем ты издеваешься со мной над собой? Ладно, тест не среагировал. На это тоже. А, он зарядился уже? Когда он успел? Чем он занят? Зачем он заряжает прямо передо мной? Раз, раз, два. Эй! Это не так должно работать. Что он делает? Что я делаю? А, ну стенки же нет, мне не получится. Зачем он пытается от чего-то уклониться? От того, чего нет даже. Ну сейчас было, ладно. Окей, а в чем идея? Ты просто заряжаешь бар и все. А Удуль сама не убил его. А я сверху. Умс. А, не знаю, зачем он играет на этом персонаже, и пока что он ничего не показывает из того, что будет на нем играть. Если еще раньше у него был урон, какой-то хотя бы, я не стал
Хамолет, и дальше что? Давайте просто дадим ему сделать комбо. Что будет-то? Ничего, просто 1-2-3-1-2-3. Вот такое. И бар у меня забрал. Ля, пес. Так. 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 Блин, не достает никак. Ой, не защитился я. Вот этой темы. Оп. Оп, оп. Оп, оп. Поехали. А-а-а, ладно. Аудюльсона, блин. Как же не повезло мне сейчас. Не, умирать нельзя. Умирать ни в коем... Оу. Ха-ха-ха. На, за тупость. Меняй героя. Акира сейчас не играбелен. А у вас перед экраном был абсолютно играбельный Бруно Буччерати, который входит в A-стир за счет своего бессмертия. И на нем играл Ондуль. Надеюсь, вам понравилось. Увидимся в next видео. Bye!